Будьте бойцом! Я представляю вам первый бой вечера. Поединок весовой категории до 66 килограммов. В синий угол клетки приглашается боец из России, представляющий Владивосток. Встречайте! Бойцу 27 лет, рост 171 сантиметр, официальный вес 66,3 килограмма. Чемпион Владивостока по смешанному боевому единоборству. Победитель турнира CKF Пекин 2017 года. Его профессиональный рекорд – 4 боя, 4 победы и ни одного поражения. Он представляет Россию, Владивосток! А сейчас представляю вам его оппонента, стоящего напротив, в красном углу октагона. Бойцу 22 года, рост 165 сантиметров, официальный вес 66,2 килограмма. Он является чемпионом Хабаровского края по K1. Представляет Хабаровск, Россия, Андрей Марченко! Это первый бой, поддержите спортсмена! Дамы и господа, первый раунд!
первом бою сегодняшнего турнира. На первой минуте и третьей секунде первого раунда досрочную победу удушающим захватом одержал...